Для того, чтобы уменьшить количество обращений жителей, а также сократить время на обработку запросов, в Люберцах был создан Центр управления регионом, сокращенно ЦУР. Работу центра проверил министр государственного управления Подмосковья Максим Рымар. 18 сотрудников администрации разного профиля объединились в центре, чтобы более оперативно обрабатывать обращения жителей. Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, дороги и транспорт, здравоохранение и образование. Такие три профильных блока появились на базе центра. На рассмотрение обращений граждан отведено всего 7 рабочих дней. По предварительным данным, большинство вопросов в округе связано с благоустройством. Это около 70%. Сейчас больше всего идет работ по комплексному благоустройству, и поэтому жители не успевают, да, получить ту информацию, которая им на сегодняшний день нужна, которую картинку хотят увидеть. Работы еще ведутся, да, по этим блокам, поэтому, наверное, это самый большой объем. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.